Сегодня мы приехали в очередную провинцию, чтобы выяснить очень важный вопрос. Куда здесь пропали деревья? Как вы можете сейчас увидеть, а я вам сейчас это покажу. Нигде вокруг вы не увидите ни одного дерева. Это... Господь. Эта тайна заставляет меня очень сильно переживать за местных жителей, за приезжих сюда людей. Ведь без деревьев вряд ли здесь можно прожить. Потому что это же кислород.